И занимаемся мы организацией любительской спортивной рыбалки на озере Балхаш. Ну, что хочется сказать, что мы этим занимаемся уже 15 лет. Вот. И рыбы на Балхаше стало просто катастрофически меньше, чем было. Вот. И это очень сильно заметно. Причиной является то, что идет обмеление озера Балхаш. То есть у нас сочетался отдых с рыбалкой. Вот. Люди успевали отдохнуть и, соответственно, порыбачить. Они вышли, порыбачили, получили удовольствие, сели, там, отдохнули, приготовили уху, там, что-то запекли, коктейль сделали. То есть был вот такой полноценный отдых. Сейчас уже такого нету, то есть отдыхать не приходится. Вот. Нужно ездить, искать рыбу, поймать. Если мы, то есть, ловили, как бы у нас судаки там были по 6 килограмм, сейчас максимум, то есть 3 килограмма, это просто радость. У нас есть лимит на загрязняющие вещества вместе со сбросом, это вот 0,03 миллиграмм. Но мы также ежемесячно это контролируем, чтобы не превышать.